Приветствую всех на канале Грабиз. В ремонт поступил еще один Райкус РФЛЦ-750. Это 750-ваттный источник, непрерывный. Достаточно старая модель, но в принципе надежная, рабочая. Длина волны у него 1080 нанометров. Поступил с замечанием, что надо заменить лазерный диод. Прежде чем менять диод, мы проводим диагностику, вскрываем источник, лазерный модуль, проверяем диоды, состояние оптического волокна, проверяем электронику, проверяем контроллер, проверяем герметичность лазера, потому что может быть разморожен, подтекать или еще что, чтобы ремонт не был бесполезным. Диагностика диодов показала, что менять надо все-таки не один, половина диодов идет под замену. На графике видно, что 5 диодов отличается от других 5 диодов. Поэтому сейчас мы согласуем с клиентом, посмотрим, что если есть целесообразность ремонтировать, то можно ремонтировать. Можно сдать его по трейд-ин и взять более мощный. Сейчас есть 1000-ваттные, 1500-ваттные. То есть можно просто заменить на более свежий и уже отремонтировать. На этом все. До встречи в следующем видео.